Всем привет! В этом выпуске экскурсия по третьему трамвайному маршруту. И начинается она уже в очень привычном для вас месте. Это Дубовая площадь. Сегодня мы будем ехать с трамвайным вагоном Татра Т6Б5. Трамвай не едет через панельный микрорайон, а поворачивает на мост. Съехав с моста, трамвай едет через поле к остановке «Заводик». Заводик до сих пор не достроен. Туда отходит линия второго трамвая. А наш трамвай продолжает движение и сворачивает на ближайшем повороте налево от Садового шоссе. Тут остановка тоннеля строителей. Вот такой вот заброшенный домик. Как вы поняли, далее идет тоннель. Так как тоннель однопутный, а на другом конце тоннеля находится депо, в данном случае разминаются трамваи. Таким образом, что одному из них приходится ждать, пока другой не проедет через туннель. В данный момент вы видите, как трамвай второго маршрута выезжает из депо на линию. А нас впереди ждет туннель. Кстати, тут есть место, в котором, возможно, появится второй туннель, для того, чтобы тут было двупутное движение. Кстати, обращаю внимание, что на втором конце туннеля у нас зима, либо это можно интерпретировать, как будто трамвай поднимается в горы. Итак, трамвай едет через туннель. После чего параллельно горе трамвай движется в сторону депо. Около трамвайного депо на кольце два круга. Внешне для четвертого маршрута, а внутренне для третьего. Пропускаем трамвай четвертого маршрута. Кстати, вот трамвайное депо, в данный момент оно пустое. Но скоро его ждет пополнение на еще один вагон. А наш трамвай отправляется дальше. Обратно он поедет другой дорогой к туннелю. Он тут спускается вниз, объезжает вокруг забора депо. Далее тут у него есть одна остановочка. И он продолжает движение дальше. В конце трамвай выезжает на вторую конечную четвертого трамвая, откуда он снова может завернуть в туннель. И после этого маршрут продолжается до Дубовой площади, так же, как и был изначально. Спасибо за просмотр!